Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на юго-западе Франции. Сообщается, что уже на этой неделе в местных птицеводческих хозяйствах будет уничтожено около 800 тысяч птиц. А к концу месяца это число дойдет до миллиона. Соответствующий указ создали власти Франции с целью предотвратить распространение заболевания. Напомним, с начала декабря во Франции зафиксировано 89 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8.